Заработал коридор север-юг в Индию через Иран. Павел Шепелин за 12 июля 2022 года. На прошедшем недавно очередном Каспийском форуме Владимир Путин опять напомнил о строящемся масштабном международном транспортном проекте «Север-Юг». Оказывается, он уже заработал. Сегодня ТАСС опубликовал немного запутанную заметку. Первая партия грузов из России через Иран прибыла в один из индийских портов по строящемуся транспортному коридору «Север-Юг». Но в самой новости идет речь о другом маршруте. В ней рассказывается о том, что российские компании запустили регулярные морские фрахтовые перевозки для доставки критически важного сырья в Индию и Китай на фоне западных санкций. Для расширения цепочек поставок Индия и Россия сейчас ведут консультации о восстановлении транспортного коридора «Владивосток-Ченнаи» в рамках двустороннего партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако упомянутый в ТАССовке маршрут «Север-Юг» – дело совсем другое. Это масштабный логистический проект, направленный не только против Запада, но и против Китая. Ибо конкурирует как с его проектом «Один пояс, один путь», так и с маршрутом из Индии в Европу через Суэцкий канал. Совсем недавно Путин заявил, что РФ расширяет портовую инфраструктуру в Каспийском регионе. Прежде всего, речь идет о строительстве международного транспортного коридора «Север-Юг». Это действительно масштабный транспортный проект, транспортная артерия протяженностью 7200 километров от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, подчеркнул президент России и добавил. Содействовать скорейшему запуску этого коридора призвано соглашение между прикаспийскими государствами о транспортном сотрудничестве, вступившее в силу в прошлом году и направленное на превращение Каспийского региона в крупный международный логистический узел. Мне кажется, первый груз, который прибыл в Индию, это всего лишь тестовый проход по новому маршруту. Но, судя по всему, в связи с санкциями строительство коридора «Север-Юг» ускорилось многократно. Так получилось, что в нем участвуем не только мы, но и давно живущий под санкциями Иран, через территорию которого строится железная дорога, и еще неизвестно, кому проект нужнее. Впрочем, известно, он нужен всем участникам, а вот для Китая и Запада «Север-Юг» – головная боль. Заработал коридор «Север-Юг» в Индию через Иран. Павел Шепелин.